Всем привет, я Юлия Андреева, спонсор прогноза погоды на вторник, 3 сентября, салон «Штор Белая река». Классический стиль, а может и немного кичи. Быть может, индивидуальная форма. Сотни вариантов того, как будет выглядеть ваша квартира, можно найти в магазине «Белая река». Шторы как украшение дома. Итак, вторник, 3 сентября. Сами знаете, день. Да хороший будет день, друзья, потому что будет малооблачно. Причем на территории всей Кировской области маленький дождик возможен в Вятских полянах. А так от 18 до 20 градусов тепла. Красота! В городе Кирове во вторник будет малооблачно, температура воздуха днем 17-18 градусов тепла, ночью ожидается плюс 7-8. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, ветер подует северный со скоростью до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 53%, магнитное поле спокойное. В жилом комплексе «Знак» от группы компаний «Железно» однозначно хорошая погода в любой день недели. Продолжительность светового дня во вторник составит 13 часов 55 минут. Луна растущая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на вторник, 3 сентября. Поддевайте. У вас комплексы? Нет, это у нас комплексы. Жилые комплексы застройщика «Железно». Это безопасные закрытые дворы, просторные парковки, детские и спортивные площадки. «Железно» строим для счастья. Три пятерки, три восьмерки.